меня куча дел. Капец. Сложности. Ты что творишь? Кстати, всех с 1 мая. Сегодня такой приятненький денечек, тепло, хорошо. Прям вообще лето-лето. Вот сейчас плюс 26. Думаю, сейчас к обеду еще жарче будет. Прям лето. Вот, а у меня куча дел. Вот я показывала, что я купила сетку на дверь одну от всяких там насекомых. Хочу сейчас ее прибить. Вот. Цвет, конечно, не ахти, но какой был. Уже не до хорошего. Главное, чтобы оно работало. У меня даже гвоздички есть, а я уже думала, какие гвозди использовать. Так, вот это наверх или на низ? А, это вверх. А низ раздельный. Точно. Вот, не перепутать бы. Так, а где вперед и зад? Или без разницы? Это, наверное, без разницы. Как угодно. А, вот. Вот внутренняя сторона. Угу. Так, а где у двери внутренняя сторона? Капец. Вот это сложности. Какой стороны двери ее цеплять? Сейчас надо еще к двери ее примерить. Замок с ровом. Это ров. Угу. Ты меня знаешь? Да. Даня у нас решил построить замок. Вышли на улицу подышать свежим воздухом. Это ров, да, Дань? Да. А по центру будет замок? Да. Это сначала я хотела науком нарисовать ров, но мама мне не разрешила. Ну, да. Я увидел в пакете дорогу эту. Угу. И вспомнил то, что можно еще и то, что
себе. Ну да, похоже очень. Муравьишка. Угу. Так это тебе не хватит дороги, мне кажется. Ну, да. Может, нужно уже делать. Чуть не грохнулся на попу. Не очень большой рот надо делать. Ну да. Мы с Максимом сделали вот такой вот декоративный заборчик. Очень красиво, мне кажется, получилось. Теперь я хочу посадить вот туда вот, вот такую гвоздичку маленькую, совсем крошечную. Как раз ее в мае сажают. Да, в мае сажают. Сейчас у нас 30 апреля. Вот. А, 1 мая сегодня, точно. 1 мая. Кстати, всех с 1 мая. Мир труд май. Вот, сейчас хочу вот это вот посадить. Только сажать буду я вот здесь, чтобы видно было. Потому что если там посажу, видно не будет, я думаю. А здесь как раз таки сама, то есть она вот тут у меня будет красиво цвести. Она многолетник, так что вообще замечательно. В таком пакетике. Находится. У них... Я даже не знаю, как их сажать. Наверное, так полукругом сделаю. Или так, раз, два, три. Да, в три кучки сейчас насею. Такие крошечные семена. Прям крохотулечки такие. Если вам видно... Вот, сейчас я их, наверное, вот так вот точно в три кучки посею, не буду их там дорожками всякими. Просто такие вот ямочки. Даня! Там чайник. Пойди выключи чайник и принеси мне в стаканчике водичку, пожалуйста. Дань! С крана водичку. Ага. Принес? Побольше. Ну, сразу в грунт сажают в марте. Прорастают семена 10-14 дней. Держу. Спасибо. Чтобы полить? Ну, сейчас земельку так прольем, а потом туда посеем. Мокрая была. Наверное, надо еще. Принеси еще, пожалуйста. Ага, мам. Лен сам намочился, аккуратней. Так. Сеянцы пикируют в фазе двух-трех пар настоящих листочков.
Вот эти пары нужно обламывать, да, получается, высоту. Это не получается вырастают 25-30 сантиметров, то есть небольшие, как раз такие, какие мне надо. А, кстати, я выяснила то, что... Давай. Вода мелок очень легко это убирает. Угу. Да, не ходи, пожалуйста. Все, иди играй, спасибо. Пожалуйста. Ну и все, не переносит переувлажнение, особенно застоя воды. Так что мы чуть-чуть пролили. Ну, пока они, конечно, прорастают, им как раз влага и нужна. А потом их так по чуть-чуть умеренно поливать. Эту кучку сюда. Это сюда. Даня, еще тогда водички нужно. Даня, у меня водичка закончилась. Водичка у меня закончилась. Какая еще? Чуть-чуть осталось. Угу. Пока вот эти присыплю. Привет! Что, на стол залез? Вечер. У нас сегодня целый день такая пасмурная погода. Сейчас под вечер выходило солнышко. Не знаю, мне кажется, дождика все-таки не будет. Но если и будет, то очень такой маленький. Хотя обещали дождь. Но я все равно полила уже все свое. То, что я посадила. Сейчас собираюсь. Все-таки тепло уже. И ночью тепло. И вот собираюсь свою рассаду посадить. Помидорки уже такие прям большенькие, уже крепенькие. Огурчики. Два из них не выжило, которые я сажала. А вот раз, два, где тут еще вот третий. Вот он еще четвертый. Вот он. Вот они выжили, они уже прям такие хорошенькие. Я думаю, нормально выживут. Сейчас уже тепло, хорошо ночью. Даже сегодня пасмурная погода была плюс 22. А ночью сегодня было плюс 15 или 16, что-то такое. В 9 вечера было еще 20. Вот поэтому, я думаю, уже пора сажать, потому что они уже большие, прям большие. Прям уже скоро, я думаю, цветочки начнут завязываться. Поэтому буду сейчас сажать. Хочу показать, что у меня здесь. Вот здесь я вчера посадила, еще ничего не вылезло. С свеклу. Салатик и рукколу. Здесь, где у меня укропчик, я добавила еще свеклы. Вот так по центру здесь посадила. Лук у меня, кстати, все хорошо с ним. Вот, прорастает. Вон видно, что он прорастает.
Так что лучок уже скоро будет. И вот здесь петрушку чуть-чуть еще свеклы вот здесь пихнула чуть-чуть. Вот здесь вот, ну, такие в промежуточке. Ну и вот здесь я арбузик посадила. И вот тут второй. Просто не осилила вот эту вот траву копать. Очень тяжело. Здесь никогда, наверное, никто не копал. Может, когда-то очень давно. Ну, тут просто сплошные корни, сплошная трава. Очень тяжело копать. Просто я снимала слой травы сверху, а потом подсыпала просто земли хорошей и туда сажала. Вот. А, еще покажу. Редисочка взошла у Максима. Прям так хорошо взошла. Вот, смотрите. Уже скоро нужно будет прореживать. Лучок тоже тут у Максима взошел. Это Максима грядка. Он здесь все сажал. Вон тоже лучок. В общем, все тут хорошо. Вот. И еще покажу у Максима вот эти вот его эксперименты. Ну, горох, все хорошо с горохом. Повылазил. Здесь у нас огурчики. Тоже ничего. Видите, не замерзли, ничего. На улице стоят. Я сегодня ночью даже не прикрывала. Вот так вот они у меня остались. И все хорошо с ними. Значит, я думаю, моя рассада тоже не померзнет. Все хорошо. Вот это, я так думаю, вот это вот тыква вылезла. Там посмотрим. Не знаю я. Я не знаю даже, как тыква выглядит. Тыква это или нет, не знаю. Потому что он тут кучу всего насажал в один ящик. Что это, не знаю. Вот это вот тоже. Огурчики. Вот они. Вон там. В общем, огурчики повылазили. Вот. Здесь тоже что-то вылезло. Я думаю, тут ничего нету. Вон там вот в краю, видите? Я думаю, это не травка. Я думаю, это что-то вылезло. Вот. Хочется, чтобы дынька вылезла. Вот. Ну, а здесь в стаканчиках еще ничего нету. Вообще ничего нету. Здесь должен был перчик быть. Нужно купить еще и посеять перчик. Все, сейчас буду вот в эти грядки вот здесь вот сажать огурчики. Они тут в тенечке будут находиться. Им будет здесь хорошо, я думаю. Кустика, потом маленькие подрастут в ящиках и тоже также высажу, но уже, конечно, не такого размера буду их растить, а чуть-чуть подрастут и буду высаживать. Вот здесь вот, наверное, буду высаживать рядышком. Вот грядочка одна, а вот в эту грядочку буду их высаживать. Все, полдела сделано. Как зевала, мои курочки походу пошли спать. Их на улице уже, по-моему, нету.
А свет я внутри не включила. Сейчас, наверное, спать улягутся. Ну да, нету их здесь. А еще рано спать. Им нужно день продлевать. Сейчас пойду включу свет. Так, куколки мои. Вы что, здесь спать уже легли? Это здесь курочка все время сидит. Спит, ночует. Алло, а ну-ка, встаем. И почему-то все остальные вот здесь вот спят, ночуют вот здесь. Я не пойму, что им там надо. Нужно, может, закрыть там все. Но они вот тут вот на этой жердочке спят. То, что мы им тут вот сделали, их не устраивает. И вот гнезда. Им надо вот здесь почему-то спать. Эй, красотки! Может, вы пойдете погуляете еще? Еще рано спать. Я не знаю, когда они занесутся. Короче, они еще не несутся. Я прям переживать начинаю почему-то. Хотя понимаю, что еще рановато, еще только они привыкают после стресса, успокаиваются. Но все равно хочется, чтобы яички уже были. Но ничего нету вообще. Все гнезда пустые. Везде все пусто. Перевернула подушку. Ты что творишь? Ты что творишь? Прилетела, прям меня врезалась. Не рассчитала. Кормушку перевернула. Вода еще есть. Чего ты раскричалась? Ух ты какая! Развнервничалась прям. Вот это вот самая боевая. Она почему-то все время поодиночке. Гнездо кто перевернул? Вы как собаки. Да. Я тебе гнездо делала, ты зачем перевернула? А? Кто это сделал? Да, не кричи. А там за окошком зефир ползает. Ты чего здесь шумишь? Гуляйте, еще рано спать. Пошла помидорки сажать. Блин, ну надо же было перевернуть. Взяли, перевернули. Не кричи. Дуренды. Чего ты крикуха раскричалась? А? Крикливая. Все на месте, все отдыхают. И только ты вон там орешь. Никто не нервничает. А ты нервуха. Зефир! Лянь нашел лазейку. Ну-ка, брысь, нельзя сюда лазить. Быстро брысь. Нашел, куда залезть. Надо здесь что-нибудь сейчас закрыть. А то сейчас, не дай бог. Нельзя туда лазить, бессовестный. Чем бы. Вот это, интересно, залезет туда. Сейчас попробую. О, вот так вот сейчас. Он тогда не залезет сюда. Вот так вот. Вот это да. Ну, он здесь ни разу не лазил. Он, наверное, только нашел, видать, вход. Захотел. Я же хожу, он все время за мной. Видать, захотел со мной пойти. Бессовестный кот. Курочкам пошел. Так, ну надо быстрее, пока еще не совсем стемнело, посадить помидорки. В общем, побежала я сажать. Черевятки уже темнеет. Не знаю, видно вам или нет. Все против меня. Пошел дождик. Ну, правда, он такой ласковый. Прям вообще он мелкий-мелкий, теплый. Поэтому все-таки я успела. Сначала испугалась, убежала. Сейчас покажу все-таки. И сначала испугалась, убежала, а потом вернулась. Думаю, ну что это, вот дождика тут... Господи, я даже вообще не намокла. И все-таки досадила я помидоры. Ну, не все. Одну грядку только маленькую. Что захотела, хотела большую вот эту вот грядку делать. Вот, начала копать. Но ее вообще нереально скопать. Это Максима нужно ждать. А вот я посадила. Ну, не совсем ровненько. Но вот первые три я торопилась. И близко сильно посадила. Вот это когда дождик начался. А вот эти я вот уже нормально посадила. Ну, в общем, пойдет. Все, 6 кустиков. И там еще у меня несколько кустиков есть. Не буду вот эти тоже закрывать. Тепло сегодня. Вообще, я в футболке хожу.
Вот, поэтому не буду закрывать. Все, побежала я, думаю, сейчас еще камеру замочит. Прям начался дождик. Тоже такой небольшой, но капли увесистые. Сколько у меня еще осталось? Получается, тоже 6 кустиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, да. И там еще в доме они совсем крошечные такие. Не знаю, выживут, не выживут. Я оставила, пусть вырастают. А эти завтра досажу. Если будет погода хорошая, я досажу завтра их. Еще одну маленькую грядочку вскопаю и туда посажу. И все, и помидоры у меня уже будут.